говорит Москва. Сегодня вторник, 22 июня. Московское время 6 часов 4 минуты. В Астрахани это было. 41 год тому назад. Во время моей учебы в техникуме. По радио было объявлено о том, что гитлеровские войска вероломно напали на нашу советскую страну 22 июня в 4 часа утра. В то воскресное утро они мечтали о будущем. Нас 11 ребят, мостики умелы, этот вырастил отряд пионеров смелых, этот вырастил отряд пионеров смелых. Мы объедем много стран, то даем мы слово, славный будет капитан Лена Костякова. Что за славный капитан Лена Костякова? А во всех ребятах, где не будет скоро, Шура будет подавать, вместе быть просторно. Война. Она сломала миллионы судеб, подчинила себе помыслы, дела, жизнь. Вслед за старшими братьями и ребята шли в военкоматы с единственной просьбой: пошлите на фронт. Одним из них был будущий капитан Владимир Андреевич Кириллов. Постолько, поскольку мне было всего-навсего 16 лет, то мне сказали, подожди еще, будет и твое время. Через год настал мой черед. В 1942 году. В мае месяце я закончил Астраханский техникум. Кстати сказать, из 80 человек нас осталось всего лишь 9 малолеток. Из них 2 девушки. Закончили мы техникум и были направлены на суда. В частности, я был направлен на пароход Орджоникидзе. И вот начались рейсы. Весной 42-го Волга еще в глубоком тылу. Бои шли в степях Украины. Вторая военная навигация открылась раньше обычного. Работа для фронта с полной отдачей сил. Волга становится важнейшей дорогой, снабжающей фронт от Ростова до Калинина. По Волге движутся танкеры с бакинской нефтью для фронта. Буксиры тянут баржи с кубанским хлебом, шерстью для шинелей, медью для патронов. Встали на смену ушедшим на фронт старики-капитаны, девчата. Мобилизовано все. Новейший лайнер и старый баркас. Замаскированы суда, притушены бакины, фашистские самолеты бомбят корабли, бросают в фарватер морские мины,
И вот наступило грозное, знойное лето. 23 июля Гитлер подписал секретную директиву под кодовым названием «Фишрейер». Он требовал овладеть районом Баку, лишить нас нефти, захватить Сталинград, парализовать движение по Волге. Видите, за спиной Гитлера фельдмаршал Кейтель. Потом он признается, Сталинград был настолько соблазнительной целью, что казалось невозможным отказаться от него. Фашисты в листовках бахвалились. До Сталинграда с бомбежкой, до Саратова с гармошкой. Или с мандариной, навстречу легкой победе. Нет, все ближе к своему концу. А пока командующий 6-й армией Паулюс приказал наступать на Сталинград. Он уверен, что в результате сокрушительных ударов последних недель у русских уже не хватит сил для оказания решительного сопротивления. Фашисты рвались к Волге. Миллионная армия, тысячи танков, орудий, самолетов. Чем ближе к Сталинграду, тем ожесточеннее становилось сопротивление наших войск. Все сильнее сжималась гигантская пружина, упором которой был Сталинград. 23 августа фашистским танкам удалось прорваться к Волге, севернее Сталинграда. Заглушены моторы танков, под сапогами крутой правый берег. И слышен плеск воды. Вот она, Волга, рядом, не нужен бинокль. До Сталинграда с бомбежкой. 23 августа враг бросил на город всю авиацию фронта. 1000 самолетов. Бомбили весь город. Волна за волной, день за днем. Здесь развернулось сражение, какого не знала история. По размаху, кровопролитию, стойкости обороняющихся, по значению для судеб всей Европы. Солдаты поклялись, за Волгой для нас земли нет. Но только через Волгу страна могла помочь сталинградцам выстоять и победить, рассказывает бывший нарком речного флота Зосима Алексеевич Шашков. События разыгрывались таким образом, что путей сообщения со Сталинградом уже достаточного не было железнодорожных. Обеспечение этого района только было из-за Волжья с левого берега. Поэтому большое количество воинских пополнений прибывали в район Камышино. С Камышино они транспортировались по левому берегу в район Сталинграда. И самая центральная переправа в районе нашего судоремонтно-судостроительного завода обеспечивала эти основные городские переправы. Начиная от, кто знает Сталинград, от тракторного завода и до Бекетовки, это на протяжении 60 километров, организовывать уже специальные переправы, собственно, по обеспечению двух армий, 62-й армии Чуйкова и 64-й армии Шумилова. Операции настолько были сложные, что это происходило в условиях систематической бомбежки с воздуха. Они сложные были тем, что и немцы, учитывая, что Волга осталась судоходной, все время минировали Волгу. Ни на день, ни на час не прерывалась навигация 42-го. И Волга стала фронтом. Подносчиком патронов,
гранат, снарядов. Заправщиком горючим самолетов, танков. Мостом, по которому в пекло боев устремлялись свежие дивизии. Санитаром, выносящим из огня раненых бойцов. Волга стала солдатом, чтобы хладнокровно выдержать на воде атаки неприятельских самолетов. На тихоходных кораблях надо было иметь какие-то особые нервы и необыкновенное мужество, скажет о речниках волжских адмирал флота СССР Исаков. На судах работали штатские люди. Многие в ту навигацию за свою работу получили боевые ордена. Далекое прошлое, грозное лето и осень 42-го. И корабли идут по Волге другие. Кадры кинохроники донесли до нас лишь отдельные эпизоды навигации 42-го. Но ярче любой кинопленки хранит память все, что было в те дни и ночи. Набережная Волгограда. Отсюда речные трамвайчики везут людей на левый берег, на пляж. Но тогда, в августе 42-го, катера, баркасы увозили из горящего Сталинграда женщин, детей. Идее Петровне Важновой было 5 лет. Помню, что вот я маме Ларисы на руках, она меня тащила за руку, что я вдруг вырвала руку. Оказывается, у меня с ноги упала эта туфелька вот такого молочно-кофейного цвета. Я ее очень хорошо помню, потому что она осталась так и лежать на дороге. И потом еще очень ярко помню, как мы бежали, и все кругом горело. Было жарко, что все кричали, что кругом какие-то вот звери. Мне потом мама говорила, думала, может быть, это какие-то детские вот такие воспоминания, связанные, может быть, с детскими фильмами. Но потом выяснилось, что незадолго то ли в этот день, то ли в другой эвакуировали зверинец. И вот эти звери, которые бегали здесь по берегу, которые плыли по реке, это как раз были именно самые реальные звери, которых тоже пытались эвакуировать, которые, конечно, очень много из них погибло. Вот. И помню еще что. Вот как мы садились в сам момент на катер, я не помню, но помню, что когда мы плыли по Волге, вот это чувство жуткого страха, что кругом кричат, что кругом очень тесно, что мама потом стала страшно кричать. Вот оказывается, у ней с рук выбили Ларису, маленькую сестренку, она выбили ее за борт, и кто-то из матросов нырнул, поднял ей ее, она даже нахлебаться не успела. А мне, помню, было душно. Оказалось потом, когда уже сестренку достал матрос с этого катера,
Вот. Мама ее так держала крепко меня, что мне вот передавило буквально здесь шею. И чуть живую меня потом просто откачали. И еще помню, кругом было море воды. А вот так, видимо, это разрывы. И кругом эта вода поднималась стеной. В общем, я людей не помню, я только помню какую-то кипящую воду. Кипящую воду, ревущие самолеты и вот этот звук идущего в пике самолет. Потому что вот я вот, мне кажется, я отчетливо помню, потому что ну, ни на одной картинке этого вы не могли видеть. Вот этот идущий в пике самолет, кабина, лицо летчика в шлемофоне, вот длинный какой-то нос, похожий на крысиную вытянутую морду, и вот лапы в шерстью покрытые, держащие штурвал. Ну неужели же это вот так вот все запомнилось? А мне мама говорит, что самолеты вот касались, почти крыльями воды летали. Вот так эти самолеты летали низко. И они расстреливали из пулеметов все, что могло плыть по воде. И вот все-таки мне кажется, что я, наверное, все-таки запомнила этого пилота. Это набережная имени 62-й армии. Отсюда до линии фронта было каких-то 100 метров. 28 августа капитаны, стоявших в порту судов, получили приказ прорваться в верховье реки. Первым пошел вот этот самый пассажирский пароход «Парижская коммуна». На борту женщины, дети, ранены. Как это было, вспоминают прославленные волжские капитаны Сергей Алексеевич Напетухин и его друг Александр Иванович Тарсуков. Мы здесь грузили самый ценный груз, чтобы увезти, понимаете, везти грузили, и пассажиров сажали. Так мы стояли полсуток, и за все эти полсуток у нас не раз прерывалась погрузка. И вот мы ушли, и вышли все наверх, и вот смотрели, как жалко было нам этот город. Он почти горел во многих местах. Дальше же слышим, на утром уже мы слышим, что, значит, танки вышли на правый берег реки Волги. Это 23 августа. Поэтому часть флота, а я очень много флота там осталось, сколько только пассажирских судов, а сколько таких, около, говорят, 100 судов, пассажирских десятка судов осталось, понимаю, которым пришлось идти через, мимо фронта. Вот мы как здесь сидим, а вот до Кудьмы, вот в таком расстоянии, понимаете, они проходили, даже ближе. Пошел первый, я скажу, пассажирский пароход, а пассажирский скажу, это Парижская коммуна, которая сейчас вот. Лев Дмитриевич Галашин. Им дал приказ Зосима Алексеевича Шашков и сказал, товарищи, пойдете возле фронта, будьте готовы, зарядите команду, чтобы она была вся на местах. У них, значит, была вроде пожарная тревога, как мы делаем все. Все на местах будем, все со стволами. Ну, когда они подходили, это как Акатовки, деревня Акатовка там есть. Вот. И возле ее тут был перекат у Акатовской. Вот. Тут был, значит, осередок. Как раз и серед лист. Вот когда он подходил, это Галаша мне говорил, когда он подходил, значит, дал команду, чтобы пустили камерон. Стали, значит, из стволов поливать верхний тент. Ведь у них же все деревянные, понимаете. Вот. А когда он стал подходить, вот я даже нигде не читал, нигде и в книгах нет, а он мне лично сказал, вот так, когда я стал, говорит, Александр Иванович, подходить сюда, к ним, они мне в рупор по-русски говорят, товарищ, вернитесь, три раза сказать, или же подходите к берегу. А тут такой, значит, плёс, что надо было повернуть обязательно, так, плёса, судовой ход, нет. Он после этого молча, значит, повернул, значит, налево. Они спокойно не стреляли, они сразу могли бы его утопить, когда здесь рядом, понимаете. А уж когда они сравнялись, значит, он дал на полную отсечку и дымовую завесу. А за ним шел Михаил Калинин, товарищ Богатов Николай Михайлович. Он вместе за ним шел. И вот они все-таки прошли. Эти юные волгари, будущие мотористы, рулевые, штурманы. Лидия Васильевна Лазарева преподает им навигацию, учит водить по волжским плесам суда.
В 17 лет она была младшим штурманом на пароходе «Карл Маркс», который вместе с другими судами уходил из горящего города. В это время композитор Бородин и Иосиф Сталин прошли вперед, и на наших глазах мы видели, как композитор Бородин стал живой мишенью у немцев. Первым выстрелом из миномета ему оторвало руль, и он не мог управлять. Вторым выстрелом попали они в цистерну, и судно загорелось, как факел. Кто там спасся, трудно сказать, потому что он был с эвакуированным госпиталем. В это время капитан пригласил всех в рубку, всех штурманов, кто был на вахте, кто не был на вахте, и сказал: «Подойдите сюда». Я подошла к нему: «Вы у нас самая молодая, вам и жить. Берите все документы, и если что случится с нами, вы покинете борт судна первой. Сладков, надеть на нее нагрудник». Ну, молодая я была, а нас сопровождали моряки. Я, значит, ответила, что я умею плавать. Тогда он скомандовал: «Сладков, надеть на нее два нагрудника и выставить на мостик». На меня надели два нагрудника и выставили на мостик. В это время разбомбили нефтянку. Она горела тоже, как свечка, и, кроме того, горела вода. И капитан, быстро сообразив, зашел в денежную Волошку, то есть, чтобы горящий мазут, который плыл по поверхности, не затронул судно. Ибо у нас было народу много, и если что случится, спасения, конечно, нет. И словами этого не передать. Это надо все видеть, это надо все прочувствовать. Я говорю, прошло 40 лет с тех пор, но если во сне это повторится, то встаешь уже с больным сердцем. Переправа, переправа, берег левый, берег правый. Тут и впрямь, кому подвиг, кому слава, кому темная вода. Маршал Еременко писал: «И когда врагу представлялось, что все суда уже находятся на дне реки, раздавалось спокойное пыхтение, то маленький буксирный пароходик пробирался на правый берег с боеприпасами и вооружением. На переправах 62-й армии дольше всех держался буксир «Абхазец». 500 рейсов. Анатолия Николаевича Хлынина называли «капитан удача». Вот отсюда мы ушли на переправу. Были такие случаи. Вот нужно год снаряда, то есть на барже везти, там не ждет, там быстрее нужно. Можно, говорит, отвезти. Думаете, кто знает, я же не в курсе делаю. Я говорю, можно. А сколько? Я говорю, в один ряд по всей палубе, а он длина 20 метров с половиной. Думаю, маловато вроде. А я боюсь, думаю, как трахнет так все. А что боюсь? А потом отвез и прихожу, говорит, давай в три ряда. А он мне вопрос задает: а почему ты первый раз, ты, говорит, это? В один же, я говорю, товарищ командир, вот так и так боялся. И, значит, три ряда нагрузят и пошел. А еще, значит, это их на барже возили, а это нужно вот, на фронт. Вот. А один раз тоже. Все, переправа горит, нужно в город доставить материал. Я говорю, какой материал? Две ящики. Грузить, ну, минут 15 будем. Солдаты стоят, все, мент нагрузит и выгрузит. И, значит, подошли к причалу, грузят, ставят впереди, вот рубку так, впереди рубки ставят. Гляжу, пол-литровки московской. Что это они опилки, что ли, или песком обсыхнули? Думаю, нет, это не это. Оказывается, противотанковая жидкость. Это как бы трахнул, все, жить или умереть. Удачи есть. Мы с первого дня пришли туда, а утонули отзаду вторым. 14 сентября фашисты обрушили удар на Мамаев курган. Армия Чуйкова обескровлена. Командарм думал лишь об одном. Сумеют продержаться бойцы хотя бы 10 часов. Успеют ли речники переправить резерв дивизию Родимцева? Два полка перебросил только пароход Орджоникидзе. Через Волгу и прямо в бой. Не переправа, десант. Правильно говорили и Василий Иванович Чуйков, и Шумилов, и Родимцев, что лучше
7 раз сходить в атаку, чем один раз побыть на переправе. Действительно, деваться некуда. Ведь легендарные корабли и «Ласточка», и «Гаситель», какой огромнейший вклад они внесли в защиту города Сталинграда. Кстати сказать о коллективе парохода «Орджоникидзе». Прекраснейший капитан возглавлял этот коллектив. Уважаемый Леонид Александрович Загрядцев. Толковый, мужественный, сильный, грамотный, высококвалифицированный специалист и человек. И вот в одном из рейсов, когда мы шли и сделали кратковременную остановку во Владимировке, ныне Ахтубинск, Леонид Александрович Загрядцев, капитан, погиб. Вместе с ним погибли и комиссар Василий Яковлевич Зайцев, и еще других 7 членов экипажа, в том числе и второй штурман. Я был тяжело ранен, тонул. Выброшен был. На нас налетели 44 самолета немецких. Бомбили нас. Изрешетили весь корпус нашего судна. Весь корпус. На берегу полыхало все. Грохотало все. Горело все. Но наш пароход чудом все-таки остался. Те огненные рейсы навигации 42-го для раненых были надеждой на жизнь. Раненых приносили на берег Волги. Им говорили: потерпите, скоро придет пароход. Штурманом санитарного транспорта «Гончаров» был Василий Иванович Белоглазов. И вот когда мы приходим, это, конечно, целые события. Это и радость, надежда, все, что, понимает человек, так сказать, ощущает в этом случае, все направлено на этот санитарный транспорт, что это его спасение пришел. Я вот сейчас очень хорошо помню, потому что я вел учет. Я третий штурман, вел учет. У меня был путевой журнал, я туда записывал, сколько мы посадили были. 1840. 1840, вот вы смотрите, если 300 по норме, 1840. Это трижды в 6 раз перегрузка была. И, конечно, понимаете, вот ночью я с капитаном стоял на вахтницем стоять, ночь, всю ночь мы стояли. С 10, значит, вечера и до 4 часов утра. 6 часов ночи, вся наша ночь была. И вот, значит, Андрей Иванович говорит мне: Василий Иванович, спустись, посмотри, что у нас там делается, понимаете. Невозможно спуститься было. Нужно просто идти было по телам. Они вот друг к другу вот так вот лежали, понимаете. Ну, у кого там рука перебинтована, у кого голова, понимаете. Все это обстановка тяжелая. Сейчас трудно поверить, что тогда в 42-м эскадрильи юнкерсов минировали Волгу от Саратова до Астрахани. Сотни магнитных, акустических, импульсных мин. В каждой тонна взрывчатки. Бакинщик примечал, куда падали на парашютах ночами мины. Бессменную вахту несла вся семья. Бакинщик стал лоцманом минных полей. Николаю Зенину было тогда 15 лет. Он работал с отцом на участке Сталинград, Каменный Яр. Мужчины-то все были призваны в армию. У несколько забронированных специалистов оставили, вот женщина, значит, дети. Все в это время трудились, ни день, ни ночь, постоянно находились на Волге, следили, смотрели. Когда взрывались, нам приходилось непосредственно спасать людей. Ну, катер маленький, конечно. Несколько рейсов. Сразу-то не тонули. Вот такой пароход, как Чайковский, Петр, наверное, 1002 на нем было людей. Коммунистка, академик Тимирязев, взрывались. Шлейф сплошной народом плывет. Вот зайдешь, цепляются всякими путями за борта, к берегу высадим опять. И вот так вот вертушкой, значит.
Вначале было страшно. А потом как-то привык, вот станем, летают самолеты. День и ночь работаешь, там куда в блиндаж, я буду в катере ночевать. То есть мне, ну, настолько уставали, что ли, уж привык, это обыденное стало. Как-то никакого и страха, казалось бы, не было, что ли. А в основном, скажу, что вот, хоть и пацан был, но в основном серьезными делами приходилось тогда заниматься. Время вот на что-то на такое, что ли, на детское это, и не было почти. С рассветом гаснут огни Бакенов. Солнце встает над волжскими плесами, над старинным селом Гадница. Это родина многих лоцманов, штурманов, капитанов. И Сергей Васильевич Напетухин родом отсюда, из Гадницы. Есть в жизни минуты, о которых трудно, горько говорить, и забыть невозможно. В 10 часов 45 минут я услышал огромный взрыв. Повернул голову, летит палуба, летит все, аккурат против двери я должен идти. Точно бы я попал в центр. И почувствовал, прощайте, Мирязев, такой красавец, тепло, прощайте, товарищи. А в это время он сразу сложили, вот принимает, меня начинает тет давить. Я говорю, сейчас меня предают, я бегом побежал, он наклонный. В это время вторая мина, а мина по тонне весом. И корма разлетелась на дребезги, и я очутился в воде. Плыть на берег нельзя, потому что кругом настройка плывет, все закрыло. В это время баконщики с берегу стали выезжать и помогать нам, стали снимать. Ну и ко мне подъехали. Носовая часть перевертывалась. Там оказалось 15 человек команды. У них все у якоря на перевернутом судне, вернем. В это время я все наблюдаю, понимаете, вот попробуйте наблюдать, люди, с которыми работал, и судно, которое красавец любили, и он погибает, и люди погибают. Что тут чувствует? Болет, ноги ударило мне. Я уж не чувствую об этом. В это время подъехал, значит, такая завозе, баконщика, всех их сняла и возла на берег. Тимирязев-то поднялся кормой так и ушел на дно. А на нем надпись на фальшборте. Академик Тимирязев, понимаете ли? На глазах это все. Больно. А в это время Маркин стоял напротив теплоходов, послал шлюпку спасать людей. Они подъехали к столовой-то вот на крыше. Стоит патефон. Ну, там еще Валя, да Каподиал. Случайно уцелел старый патефон с Тимирязева. Все, что сохранилось с погибшего корабля. Каховку купили. Каховка. Это была модная такая. Потом это Саратовский перебор. Знаешь, это купили? Хорошо, да. Саратовский. Потом. Всегда веселее. Вот, тут эти, Изабелла Юрьева. Знаешь, поет Сашка. Сашка, да. Да, потом... ну, в общем, такие вот веселые пластиночки легкие, которые вот могли понимать. Много накупили. Вот такой ящик был длинный. Да. У него так сказать, так на Тимирязи погибли. Все погибли. Да. Давай эти Жигули, а? Давай Жигули. Когда мимо Жигули идешь, то как хорошо. Давай Жигули. Вспоминается. Никуда не идет. Не идет. Да чего свидали, ленты войти, ленты войти, ленты войти, вязутся. Мелодии довоенных лет, песни, что пел с друзьями, подругами, многих уж нет. Болит сердце не от боли, жигули, от проклятой, от любови. Ну до чего вы довели, ленты боли. В навигацию 42-го девушки встали на место ушедших на фронт волгарей.
Девичий экипаж на судне. Такого еще не было на Волге. И капитан Маша Попова, 23 лет от роду. Молодые были. Вот Рита Лунковой 16 было лет, Морозовой Клаве 16. Вот все в таком возрасте. А потом, знаете, вот чтобы растопить топку, придешь, посмотришь, как она туда, в топку эти поленья, они тяжелые. Мокрые вся эта кочегар, они вдвоем, втроем, это, знаете, уже с вахтами не считались мы тогда. Подходили мы с баржами, надо буксировать, вот рукавиц не было, мы без рукавиц, руки в крови все были. Чтобы забуксировать эти баржи, а мы их вели по 7 штук, надо было вот этим буксиром поработать еще, а он был тяжелый. Не под сильной, вот мы все, и машинная команда, и палубная команда, вот все и тащили с такими девочками этот буксир. И плакали, все было, все было. Плакали. Конечно, при всех не будешь плакать. А все равно глаза-то ведь не скроешь после слез. Ну ничего, я всегда считаю, что мы пришли огрубевшая мирной жизни внешностью, но зато с хорошей душой, все-таки ценнее всего. 40 навигаций Мария Николаевна Попова на капитанском мостике. Жигули, саратовские страдания, песни, что пели девчата после вахты. И лучше всех капитан Маша Попова. Ой, нет, не смогу. Не смогу. Огненных дней и ночей продолжалась битва на Волге. И даже берлинские газеты писали: один только Сталинград оказывает более упорное сопротивление, чем вся Европа. 4 десятилетия назад слово «Сталинград» вошло в словари всех народов мира как символ мужества, стойкости, героизма. Победа! То была и их победа, капитанов, матросов, бакинщиков Волги. Если бы не героические усилия речников Волги и Волжской флотилии, скажет маршал Чуйков, то трудно сказать, чем бы могла закончиться битва за Сталинград. Вот вклад речников. В навигацию 42-го года они перевезли 250 тысяч тонн боеприпасов и продовольствия, 960 тысяч человек, 3 800 тысяч тонн нефти. До ледостава трудился Волжский флот. 335 судов погибло, а те, что выстояли, ушли в затоны залечивать раны, готовиться к новым навигациям. Мы работали под Сталинградом до глубокой осени. И только в ноябре месяце мы возвращались в верховье Волги. В Ульяновске мы подошли. Я вышла на пристань. Начальник пристани меня знал. Женщина тоже была. Спрашиваю, меня никто не встречает? Она и говорит, Лидочка, а кто же будет встречать? Бабушка все ходила. Да ведь сказали, что ты погибла. Мама лежит в больнице. Папу привезли из госпиталя, он неделю прожил и умер. Так что тебе бы надо домой сбегать. В это время подходит капитан и спрашивает, Лидия Васильевна, вы узнали, на какой причал нам переходить? Я стою молча. Она ей говорит, не кричите на нее, у ней такое горе. Тогда он внимательно выслушал и сказал, Сладков, Мыкин, с Лидией Васильевной пойдете. Мы пешком, втроем поднялись в эту гору, дошли мы до бабушкиного дома,
Это время было, я говорю, почти полночь. У бабушки частный дом. Я смотрю, она молится. То есть на занавеске видно, что она отдает поклоны. Я постучала в окно, она отдернула шторочку, увидела и еще больше стала креститься. Тогда я настойчиво кулаком стучу, она опять занавеску отдернула. Я кричу: «Мама, старенькая, это я, открой!» Тогда она открывает окно и говорит: «Господи, я ж тебя за упокой поминаю. Ну давайте, лезьте, лезьте сюда!» И она нас не в дверь пустила, а мы в окно влезли. И стала рассказывать, что случилось. И тогда, значит, мы вернулись снова на судно. И я попросила у капитана разрешения взять свою семью с собой в затон зимовать. Он мне сказал, что можно. И мы опять с матросами пошли, маму принесли, привели бабушку. Узел наш был небольшого имущества. И я с ними пришла в затон. Когда капитан увидел эту картину и говорит: «Да, Лидия Васильевна, трудно вам будет. Вам надо выходить замуж». И вот он решил меня сосватать. И сосватали. Недолго было знакомство, всего 3 дня. Штурман меня посватал и взял с таким приданым. Спасибо ему, 34 года я с ним прожила, как в сказке. Ни словом, ни делом он меня не обидел. Мы вместе плавали с ним. Потом он дошел до капитана, я до второго штурмана. И на Волге все говорили, это самая хорошая пара на Волге. Мы тоже любили так же, увлекались, конечно. Были, у всех были. Вот, например, у Сима был летчик, муж на залетчика вышел, погиб. Но на рано вышло. У всех наши мальчики погибли. А ведь меня дед хранит, столько-то от моего мальчика письмо. Только помню, что он мне писал: «Умоляю тебя, только не выходи замуж». Письмо вот где-то, я не знаю, вот сейчас надо поискать быть. Ну нет, другие письма-то есть. Он писал, что я уезжаю на фронт. А потом мне прислала подруга моя. Вот ей ее брат сказал, что он погиб. Я уже боялась долго встречаться с ним. А потом вот брата я увидала, Сашу. Он мне все сказал, что под Наропоминском погиб. Они навсегда остались молодыми, отдавшие свои жизни за родину под Наро-Фоминском и Севастополем, Новороссийском и здесь, у стен Сталинграда. Волжские пески навечно укрыли погибшие в ту навигацию корабли. Вот возьмем мы небольшой такой район. Это район Солодники. Вот считать на небольшом участке. Ведь мы знаем, в морях, океанах где-то погиб. Это координата такая-то. А уж другой-то это многие-многие мили, а может быть и тысячи миль где-то. А это вот на десятки километров всего. Давайте по пальцам считать. Теплоход скорой линии «Ильич», на котором я когда-то плавал, он погиб. Теплоход «Татария», «Аджаристан», «Виктор Хазунов», «Тбилиси». Вот я говорю эти слова, а ведь так и хочется именно вселить в каждого, в каждое сознание человеческое, чтобы никогда что-либо подобное не повторялось.
я к Волге отношусь как к живому существу, потому что я, во-первых, родился на берегах Волги, вырос на Волге, я стал комсомольцем, коммунистом, на Волге я женился, на Волге у меня родились дети, и сейчас я командую самым лучшим в полном смысле слова кораблем, дизель-электроходом «Ленин». Внимание! Дизель-электроход «Ленин» отправляется в рейс. Прямо руль! Вперед, малый! Так, с отвалом? С отвалом, с торпом, с отвалом, с отвалом. С отвалом всех, с отвалом. Ну что, за следующим рейсом пошли. Четыре военных и десятки мирных навигаций идут пароходы по прекрасной, могучей русской реке. По тем памятным перекатам и плесам, по Волге, главной улице России.